И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Солдат, Гусенек, Дэн, Хикстер, ОлТВ, Джози, Соняк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет, тусики. Антуас, ОлТВ. Всем привет. Всем нравится эта карта, высокая, с лабиринтом в воздухе. И будем убегать от аниматроника, веселиться и угорать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Вы уже на высоте, все? Вы поднялись? Да. Молодцы. Так, я бегу со всей силы наверх. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вбавьте в наш дискорд, в нашем телеграме сейчас проходит розыгрыш карисмода. Так что любой может победить. Я вижу, да, тоже поднимается. Ссылки в описании. Я буду за Димой бегать, чтобы выиграть. А где ты сейчас? А, ты хочешь затащить? Ну, у меня очень хорошая чуечка. Ты же знаешь, что я уже наперед знаю, где кто будет бежать. Вот, смотри, он бежит. Беги! Есть! Класс! Молодец, солдатухин! Ой, я вспомнил, мне надо кое-куда. Куда, пасхать? Да, как ты угадал. Я уже тебя не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, с бенни-хопом у меня очень большое преимущество. Густенек. Оба, на привет. Отлично, здорово. Отлично, это очень стрёмно. А, я даже прыгать не могу, когда по лестнице бегу. Я опять упал, да ё-моё. Я буду здесь стоять. Давай, 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 давай. Меня гусь... Нет! Ну нет, блин! Ну ё-моё, ну ничего. Блин, ну я хотел жить. Я поддался. Да мы поняли. Я вижу, там кто-то прыгает. Ну что, вы Саня? А вы что там друг друга на руках носите? Вы чё? Да. Эй, стоять, я вам говорю. Смотрите, сейчас мы сделаем так, чтобы они разбились. Пацаны, давайте, они наверху. Надо что... А, уже жопа, спустились. Так, короче, надо блокировать ступеньки. Я встану здесь. Я знаю, как их убить. Смотрите, ребята, они думают, что они самые умные. Нет. Ха-ха, стоять! А суперсила на правую кнопку мыши или обычно как ударять? Я уже забыл, как бить правильно. Не, вроде лево только. Лево, да? Правая только в спингбоне. Так, опережаем гусанька. Я знаю даже, что он надумал. Сейчас по ступенькам захочет наверх подняться. Есть! Упал! Еще один упал. Отлично. Что, все разбились? Да. Да. Гусанек. Я еще живой. А, ты еще живой? А где ты? Гусанёк знает. Гусанёк, ну скажи, где он? Ты же теперь уже один из нас теперь. Получается, Гусанёк, ты его носил на руках, и ты его, по сути, и убил. Не, он, кстати, он мог выжить. Он мог выжить, но он сам сорвался. А, молодец! Мне нравится ваша школа, молодцы. Убивай всех и себя тоже. Тебя учили, Зим. Да? Да. Моя школа самая лучшая. Конечно. О, кто стреляет? Вот он стреляет по нам. Быстрее, все за ним. Где он? Не знаю, но пули летели. А, граната пошла. А я в темноту не побегу, неудобно в темноте, там же ничего не видно. А у них в темноте по-любому, он сверху идет, наверное. Да не, в темноте, наверное. Признавайся, ты у них в темноте. Все, давайте, подлавливаем его. Где он? Нет! Эх! Вижу. Блин, а было бы классно, если бы я его перехватил на ступеньках. Это было бы очень круто. Так, давайте будем блокировать все входы. У меня такое ощущение, что он сорвется. Вот не знаю почему, мне кажется, он сам себя убьет. А где он? Я его не вижу. Я не знаю. Эй, Дэн! Я наверху. Ага, все, понял. Так, короче, надо блокировать ступеньки. Я бегу красиво туда. Я же псих, я должен всех сожрать. Блин, я так расстроился, что я не выжил, так хотел победить. Да ну не расстраивайся, Дим. Ну еще будет второй раунд, ребят. Сейчас Дэна мы убиваем и выживаем еще разок. Только теперь я точно буду хорошо играть. Так. Дэн. О, я вижу его, вот он. Где? Он на предпоследнем этаже вниз спустился. Вижу. Сейчас его убьют. Нет. А я вижу, упал вниз. О, вот кто он живой. Я вижу. Все, Дэнчик, мы тебя сожрали. Ну что, Дэн, хочешь начинать теперь ты? Давай. Ну, я тебя в тупик забежал. Все, поднимаемся все наверх, Дэн. Можешь начинать через 3 секунды. Стой. Пацаны, только я понимаю, все, это хорошо, только вы ж не стопорите меня, я тоже хочу выиграть. Вот, я здесь буду выживать. А, слышу, убежит. Здесь я выживу точно. Побежали все наверх. Гусенек своей гусячей жопой уже наверху.
Гусячья жопа вся наверху всегда, это... Вот аниматроник бежит, я вижу. Пока, ми что? Я когда Саня ловил, я один лайфхак узнал. И какой? Да, Санечек. А вот я не расскажу тебе. Ой, ночной режим нам не нужен. Ага, я вижу, он бежит. Не, он меня так не убьет. Поверь, мы тут будем очень долго бегать. Я бы на твоем месте рекомендовал бы тебе вверх бежать. Ой. Я его перепутал с игроком. Я думал, то за мной бегал игрок. Ну, короче, пацаны, вниз сорвался, все. Можем ждать его опять год. А где он? Я его не вижу. Вижу, бежит. Красавчик. Кстати, вот это хорошая тактика сверху упасть на игрока. Ну, немножко не сработало. Ладно, давайте наверх. И где? Он бежит за мной, пацаны. Посередине карты мы уже где-то по высоте, если брать. Ага. Он медленный. Не вижу вас. Ну, он нормальный. О, вижу. Санёк, тебе нормально? Да. О! Пацаны, он наверх бежит. Я его вижу, он снизу меня. Он поднимается. Так. Вижу. Да, идет. Видим. Давайте еще выживать. Я его вижу. Сейчас он уже... Так, я тоже вверх бегу, пацаны. Я его потихоньку, но он где-то там вот. Да. Я думал, Дэн, ты самый умный. Я знал, что ты спрыгнешь на меня. Я это предвидел. Я считываю, по-любому он меня спалил и делал вид, что не увидел. Мне так не пойдет. Дима, ты почитал его как книгу открытую? Ну я, да, я просто так само бы, как он поступил. Я знаешь, как увидел, что он не побежал вверх, а побежал, чтобы быть надо мной. И думаю, сейчас он по-любому спрыгнет. Но сама идея хорошая. Ну, реализовать ее было очень сложно. Так как опыт моей игры на одну минуту больше. Давайте. Он хотел меня опять обмануть, но у него не получилось. Дэн, у тебя не получится. Дим, ты его вообще не боишься? Я его боюсь на самом деле. Вы знаете, что это хитрожопа? Он может просто сверху спрыгнуть. Все, пацаны, Дэн, сейчас, кстати, ему очень легко будет сделать так, чтобы все поскидывались вниз, попадали. Правильно, лучше сюда бежать. Это хорошая тактика. Блин, ребят, это очень опасно. Сейчас буду жестко угорать, если он вниз упадет. Вниз упал! Ну Дэн, ну ты же хорошо играл до этого момента. А где он? А он внизу самом. В самом низу? Да. Блин, это классно. Че, пацаны, у всех еще по 100 хп? Тоже умер. Да. У меня 40. Ни разу не упал еще. Кто-то упал. Гусаня! Гусаню! Я пожертвовал. Да ладно, ты случайно сорвался. Слышу, как ты орал, когда летел вниз. Вниз улетел. Так, ладно, раз Гусанек стал аниматроником, я считаю, что теперь надо немножко опасаться. Так их теперь двое, надо немножко аккуратнее играть. Мы с трое. Двое? Трое? Я понимаю, что Дэн, но Саня это страшно очень. Еще один упал! Ну, пацаны, ну не умирайте, ну вы же хорошие пацаны. Еще! Так, я его немножко подставил. Молодец. А, то ты из-за тебя он упал? Чуть-чуть из-за меня обстоятельства. Я не увидел аниматроника! Нет! Ёба! А кто меня убил? Это Дэн? Да, нет, я. Блин, то... Поддался, ну понимаете, да? Ну это поддаюсь я специально. Господи, страшно очень. Давайте поиграем в Спринт Бонни. Псих идиот. Так, пацаны, кто остался в живых? Я со мной три аниматроника на этаже, я упал. Меня на лаке убили, понятно. А что, всех убили? А вот! Не, я. Блин, я взял конченного аниматроника, я никогда в жизни им не убью его. Давайте я этого возьму, это очень быстро. Тоже медленный кусок говна. Ладно, давайте уже проверенного годами возьмем. Ну все. Шутки прочь. Ну блин. Сорвался? Да. Молодец. Так, и что, всех опять убили? Молодец. Ребята, третий, последний раунд. Каждый сам за себя. Сейчас мы выясним все-таки, кто же самый лучший аниматроник. Потому что, кто самый игрок, мы уже поняли, никто не самый лучший игрок. Никого нету.
Я помню, что в тех сериях я практически всегда выиграл, но в конце находился какой-то челепиздрик, который меня убивал. И так было всегда. О! А-а-а! Это ты меня убил! Да нет, это ты! Да хорош, что я мертвый! Блин, убили меня! У меня же голова зачухалась, я так хотел выиграть. Хорошо, буду наблюдать за другими. Все-таки интересно же. На. Так, я вижу один бежит, красава Элла. А ходи, а вот я вижу здесь еще, ага, наказал. Блять. Так, в темноту, пацаны, давайте без темноты, потому что это нечестно. Сзади, сзади! Смотри, сзади! Ах ты, блин, еще чуть-чуть. Я болею за гусенька, я хочу, чтобы он выиграл. Промахнулись. Да вы... Блин, прикольно промахивается. На! Молодчик. Все. Ты был хорошим аниматроником до этого момента. Кто остался жив? А вот еще бегают двое. Где? Два аниматроника, так, наверху самом. Иду. А ты тоже аниматроник еще? Да. О, пацаны, еще один есть. Раз, два, три аниматроника. Беги, беги, они тебя убьют. Надо, короче, выхватывать, когда один бежит. Потому что ты когда включаешь анимацию, то другой аниматроник в это время может подойти и тебя тоже наказать. Ты за мной смотришь. Пацаны, давайте воевать. Чего вы бегаете друг друга? Вы же должны воевать. Вы чё? О! Я бегу. Есть! Нет, нет, давай дуэль. Давай дуэль, кто сейчас ко мне бежит. Кого я убиваю сейчас? Я готов. Давайте. Сейчас же интересно. Это Джози и Гусенёк, да, сейчас будет? Да. Ну давайте, я болею за гусенька, пацаны, вы за кого болеете? Есть! Красавелла! А третий может подойти в это время и убить другого, пока анимация срабатывает. Во-во-во, о чем я и говорил, ребята! Ич! Блин, вообще непонятно, кто из них проиграл, а кто выиграл. Я живой, я живой такой, я живой! Да как? Есть, убил, отлично! Нет. Хорошо, я отойду. Ну и что, осталось два аниматроника, теперь точно у нас сейчас будет дуэль. Кто живой остался? Я. И я. Три, два, один. Давайте, пацаны. Смотри, убегает опять. Да ну не убегай, ну не бойся, ты все равно умрешь. Так, стоять, я говорю, буду физга набрать, вы че убегаете? Стой, ладно, шучу. Так давайте воевать, вы че убегаете? Все равно проиграете, что так, что так. Есть, кто кого? Ну как? Гусанёк, молодчик! Молодец! Молодец! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Дэн, Фуфил Шмерц, Солдат, Джози, Санёк, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ребятушки, сегодня очень классная серия, потому что будем убегать от аниматроников на машинах. А аниматроники не простые, а с фильма «5 ночей с Фредди». Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Выживать. 3, 2, 1, погнали. Пацаны, он бежит, будьте внимательны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Обязательно залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Второй. Да что так быстро? О, я вижу, его машина ехала, он выпал. Но ничего, ничего, Гусенёк, я тебе ж не они. Я буду хорошо играть, ты понимаешь, да? Нет. А он медленный, по сравнению с машиной, он очень медленный. Четвертый. Там даже кто-то закашлял, ё-моё. Гусенёк сегодня убил. Эй, тихо, тихо, не подписывай, тихо, не подписывай меня. Мы же должны выиграть. Гусенёк! Ой-ой-ой! Нет, так не работает против меня. Я же псих, вы же понимаете? Я лучший игрок Гаррис Мода. Кто останется последним, будет победителем этого раунда. Ну, скорее всего, это я буду. Смотри, насколько я быстрый. Нет. Ты даже догнать меня, Гусенёк, не можешь, понимаешь? Ребят, ловите. Да нет, ты меня не поймаешь. Перекличка, кто еще живой? Да, оно и так видно, машины посчитай. Да. Я не умею. Ясно, я... Еще одного убил, вы что, сговорились, что ли? Я выиграл, что ли, я последний? Нет, да. Нет, нет, я еще. Фуфлик. Не, Гусенёк, это так не работает против меня. Работает. Нет, ё-моё, нет, я... Да, блин, а чё вы как каменные, блин, вас не убить никак. А он еще взял дрифтовую машину, смотри, никто его убить не может. Как это он же... А, вы видели, как смерти происходят? Получается, его убивает, еще труп какое-то время едет в машине. Хорошо, давайте второй раунд я начну, чтобы было интереснее. Ребята, я возьму Фокси.
Фокси очень быстрый, очень. Смотрите, какая у меня скорость. Хотя, мне кажется, у них плюс-минус одинаково, да, скорость, гусанек? Не знаю, наверное, да. Так, скажите, когда будете готовы, потому что я уже прогрел свои копыта, чтобы вас мочить, и заточил крючок. Буду всех вытягивать с машины и наказывать. 3, 2, 1. Я начинаю мочить. Гусанек, у тебя синяя машина? Невидимая. А, невидимая, хорошо. Колеса хоть видно? А, я вижу. Вот, ты, гусанек, я тебя первого убью, не обидишься сильно? Это сейчас ты? А, да, вижу, вон гусь на башке. Гусанечек, ну смотри, как ты сейчас умрешь. Ты далеко, даже давно не играл за аниматроника. Пора тебе сливаться. Так, 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 теперь смотрите, теперь он не, отсюда не убежит. Кому блин, ты врёшь? Да ну ты быстрее меня намного, тяжело тебя догнать. Хорошо, будем тебя ждать здесь. О, я могу под водой быть. Во, теперь вы не знаете, где я выйду. Гусанёчек, ну ты понимаешь, что все, тебе жипа. Вот он, вот он, вот он, я вижу. Смотри, сейчас он поедет на горку, он там немножко затупит, я его это встречу. Я, не гусанёк. Это все вы там. Сейчас вы окажетесь в одном месте. Вот смотрите, вот гусанек едет. Вот он затупил. А чем я ей сказал? Это не а, это не ты? А, у вас тоже невидимые машины там. Я же вспомнил. У тебя же на гусь на башке конченый. Вот, смотрите, все. Он уже отсюда не выйдет. Прощай. Ты был хорошим человеком. На. Отлично. Давай следующий. Я сейчас в следующий раунд буду очень классно выживать. Так что это будет сильно. Вот еще один. Прощай. Балди улетела, твоя машина уехала в небытие. Ого, ты крякнул. Я когда убиваю, такие звуки издаю, как будто гусь дохлый. Так, подожди, же. А я знаю, где гусанёк. Вот он, я думал, он за домом, он в принципе в доме. Вот он едет. Сейчас он где-то тут затупит. Сейчас, я сейчас. Наблюдаю. А вот, они сами ко мне приехали. Пацаны, ну что? Хорошо, едь, едь. Все умрете. Тут три аниматроника. О, вот, смотри, смотри, смотри. Ну что, последние твои слова. Кто, ты ко мне бежишь? Вот, я убил, смотрите. Да ладно, как это работает? Он просто мимо проезжал и случайно нажал удар. И он умер. Блин, гусанечек. Ну ты не должен выиграть в этом раунде, понимаешь? Не должен. Отлично, убил еще одного. Я вижу, он сюда поехал, давайте мы его здесь встретим. Так, ждем его с этой стороны, смотрите. Вот он, вот он, вот он. Стоять! Быстро стоять, говорю тебе. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо, блин, ну машины намного быстрее. Если вот так в поле прям в прямом, очень сложно убить. Он утонул, ой, да? Ты его убил, я вижу, все. Отлично. Так, подожди, а кто еще живой? Санек, ты живой, кто еще? Я. Так, двое человек. Хорошо, хорошо. Вот я вижу, гусанек едет, смотрите, сейчас я его здесь встречу. Он думает, что это все просто так. Я должен принципиально его убить. Не последнего. Подожди, где он был? Я же только что его здесь видел. А, ах ты жопа, ты меня обманул. Хит. Убили? Молодцы, молодцы. Твоя невидимая оконченная тачка тоже слилась. Так, кто еще остался живой? Вот он, вот он, вот он, смотрите. Ах ты, есть! Убил. Отлично. Нет. Да блин, это еще когда едет машина с убитым человеком, это смешно смотрится. Так, пацаны, третий раунд. Сейчас я должен очень хорошо играть. 3, 2, 1, погнали. Димас, я с тобой, мы умрем вместе. Давай, давай, давай. Так, он уже бежит за мной. Он бежит, я вижу. Это так не работает, смотрите. Опа, кассажоу. Во, вот это место самое лучшее. Пацаны, только, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы он мучился и не мог долго никого убить. И будет ролик идти 40 тысяч часов. Давай. Нет, это так не работает, я быстрее тебя, смотри. Не догонишь, не догонишь. Ребята, никого еще не убил, это же круто. Вой, красиво переземлился. Ну, давай будем кругами ездить, я согласен, давай по кругу. Так, куда он побежал? Да, я стою. Это самое долгое выживание. Третий раунд самый удачный, потому что пацаны уже все потренировались и понимают, как убегать. Пацаны, едьте, он едет, бежит за вами. Быстрее, бегите! Ой, убегай, уезжайте! Быстрее, гусанек, ты сейчас умрешь! Ну, быстрее, ну кто там тупик?
Кто-то в воду упал, ну что вы делаете, ну пацаны. Ну ё-моё, хорошая попытка. О, Кирилл Геймер слился, отлично. Блин, когда уже несколько аниматроников, сложно выживать. Реально сложно. Но мы сможем, мы же лучшие, правильно? О, гусенек-то тут, и нормально все. Так, все, наблюдаю, внимательно. Гусенек, если что, инфу, где кто. И он поднимается наверх. Нет, его нету. Ещё, это что ж такое, что вы такие все психи? Я должен в этом раунде затащить. Я прям чувствую, как у меня выигрышный момент сейчас будет. Я никого не вижу, пацаны. Вы видите кого-то? Я одного поймал. Голден Фредди к нам поднимает. Фредди, быстрее! Так, теперь надо тут по кругу просто ездить очень быстро. Они меня не смогут поймать. Не-не-не, это так не работает. Еще одного, это что такое? Ну, Джози! Да ё-моё, ну машина, ну конченая машина, ну едь! Не убили, убили, блин, я раз не понял, да что у меня машина, бордюр фуфлыжный помешал мне. Я должен по-любому выигрывать, ну должен, ну не буду я ж проигрывать всегда. Ой, я такой медленный, как кусок говна, давайте возьмем все-таки. О, все за Фокси, а я буду за Боньку бегать. Бонька тоже, нет, Бонька как кусок говна бегает. Бонька он медленный. Вот кого я возьму. О, тоже быстро бегает. А кто живой? Мы всех убили, что ли, опять? Гусенек. А, вот гусенек, я вижу, летит. Все, я его тут встречаю. Даже если он одного проедет, он меня не проедет. Гусенечек. Так ты жоп-то, как ты проскочил через воду прям? Проехал. Изи-изи. Изи-пизи. Так, пацаны, встречаем. Бегите все туда на горку. Смотрите, я знаю гусенька, он сейчас будет назад возвращаться. У меня чуечка прям. Он где-то вот тут. А, нет, все-таки он поехал туда. Хорош, хорош. Стоять! Ну, стоять! Да что ж такое? Мочите, мочите! А что у него за машина конченая такая? Все, он умрет. Смотрите, убили его. Все. Так, ну что такое? Ну, пацаны, ну мы не можем его убить. Признайся, что я самый лучший в Гаррисмоне. Ты пока мисс лучше всех выживаешь, ты понимаешь? Ты побил рекорд. Так, надо его как-то обмануть. Сейчас его там или узамочат, или я его все-таки здесь... Он вот он! Прыгает. Эй, Гусенек, настой! Ну блин, да что я такой рахит не могу догнать его? Ну мочите! Поймали. Убил. Отлично! Отлично! Всё, Гусенек опять начинает. Гусенечек, хочешь начинать или другому даешь свой? Хочу. Вот, хочу, хорошо, хочу. Давай. Три, два, один. Погнали! Давай, Гусенечек, покажи вещи. Ой, ребятки! Назад! Давай, мочи! Еще солдат слился, ребята, вот это классный раунд. Сейчас я точно должен затащить. Где ты за домом? Я не понял, я тут два дома отбежал. А, в смысле? Я там, где дальний дом вызывал. А, я вокруг это, в это время, когда ты ехал, вокруг дома объехал. Я знал, что ты меня не увидишь. Это же... Поймал. Да блин, да ну нет, да ну нет, я должен был выиграть. Ты все равно победил. А, я победил? Да. Ребята, я знал, что я победил. Конечно, это был режим крыса называется, но я смог. Ну что, давайте теперь я буду начинать. Сейчас будет решающий раунд. Так, кто у нас в раундах вообще побеждал? Я выиграл. Гусенек побеждал. Кто еще? Дэн выигрывал, да? Три, два, один. Ребята, я вышел на охоту, и теперь я уже натренированный. Смотрите, просто профессиональные аниматроники, которые мочат всех. Они все наверху, правильно? Правильно. Да, они все наверху. Все, я бегу туда. Пацаны, смотрите, сейчас начинает спрыгивать, один переворачивается, и в это время его сразу убиваю. Давай. Вот я о чем и говорил. Гусенек, ты повелся на эту фигню. Ах ты жопа, ты не перевернулся? Нет. Вот блымающая машина. Ой. Прощай! Дэн, сюда. Классно бэкнул. Так, нас уже двое. Мы все, вот. Гусенечек. Ну стой, ну пожалуйста. Что у тебя за машина? Я не понимаю, что это за машина у тебя. У меня... Вот, стой. У меня баги. Давай. А, у тебя баги. Вот, правильно, тарань его. Тарань. Спасибо тебе, что ты помог мне его убить. Видите, как у нас? Должны в одной команде быть, они друг друга мочат. Молодец, моя школа. Подписывай всех. Гусенечек. Ну, гусенек. Да что ж ты так идеально переземляешься? Ты должен накосячить. Давай, зеленый, тарань его опять. Я хочу его подписать. Так,
не надо. Нет, надо. Так, Гусунек поехал за дом, значит, мы объезжаем. Блин, ну я не успею его догнать, у него очень быстрая тачка. Так, а где еще все? Еще ж, по-моему, кто-то заныкался где-то. А, давайте посмотрим там. О, подожди, а может тут кто-то? Блин, ну тут тоже нычка была бы классная, на самом деле. Около воды. Ну, оно видно было бы меня. Или здесь вот нычка. А, нет, сюда бы не заехал. Вот сюда можно было бы заехать на машине, и все, я бы выиграл. Хорошо. И есть еще шансы побеждать. Высунек молодец, просто по кругу ездит. А вот я тебе и подпис... Я не понял. Я сделал вид, что бегу в другую сторону, резко в его. У него машина какая-то очень мощная. Так, давайте будем окружать Гусанька, потому что он сам себя сейчас в угол загонит. Вы, короче, бегите туда, а я сейчас пойду по этой дорожке тоненько, я его там поймаю. Ах ты жопа, сейчас объедет. Я знал. Вот, понесло его! Понесло. Вот его, говно. Может, меня и понесло, но я же... Ты хорошо. А, вот зеленая машина, есть! Ну все, прощай. Это уже ты не выживешь. Бэээ. Классно, когда умирать, бэээ. Че, Гусунёк, ты опять победил? Ну, все выжили. Да, все умерли, ты один остался, нет? Нет, еще трое. Нет, еще. А где они все? Что такое? А мы с Дэном в подвале. В каком мы подвале? Ой-ой. Я их нашел. А где, в каком подвале? Вот я вижу, едет Фокси. Сейчас он зайдет. А, он сейчас на ступеньках там закосячит. Ну все, Фокси, прощай. Давай, бэээ. Бэээ. Есть, отлично. Фокси убил Фокси. Все сходится. Он где-то заныкался. Гусанёк, ну мы тебя найдем, ты понимаешь, что мы тебя... На мосту. Идите на мосте. А, я вижу, вот он летит. Все, давайте все стеной встаем и не пускаем его. Давай, быстрее. И с другой стороны, смотрите, ребята, мы окружили Гусанька. Да ты говно, ну как ты это делаешь? Ты что такое? Изи, лошары. Да блин, это было красиво. Ой, у меня вода шумит теперь что-то. Че за... Эй, аниматроник, не шуми. Блин, Гусанёк, я должен тебя лично убить. Ты понимаешь, я не прощу это никому, если я тебя не убью. Вот он едет наверх. Так, давайте быстрее. Он сейчас тут будет ехать. Так, он за дом поехал. Никуда не поехал, неправда. Эй. Ах ты, ладно, все уже. Убили? Лошары, не умеете играть. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Солдат, Пингвинус, Дэн, ОлТВ, Санек и Тучка. Плеймарк, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум всем. Всем привет. Всем здравствуйте, ОлТВ. Ребята, мы скачали классную карту, которая вам больше всех нравится. Это радужный лабиринт. И будем убегать от жестких аниматроников из фильма. Если тебе кушать, приятного аппетита. Мы начинаем выживать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Есть, бежит. А чё за мной бежать сразу? Пацаны, я свой! А, он просто режет меня. Бежит, быстрее. ОлТВ, беги. Молодец, спасибо, что ты мне жизнь спас. Блин, не получилось. Ребята, надеюсь, эти ролики поднимают вам настроение. Мы страдаем. Смотрите, сейчас еще в конце мне... На, распилил мне голову. Красавчик. Ой, блин, так, он ушел. И опять бежит. Так как он на расстоянии убивает? А я еще не добавил всех, которых я хочу. Потому что я хочу штук 50 поставить. Жестко будет, как вы думаете? Вот там с той стороны они все бегают. Так, вот с этой тоже стороны идут. Блин, ребята, они по всей карте распространились. Но пока весь нормально все. Чика стоит. Видели? Передумала и ушла. А, она... Беги, дочка, беги, быстрее. Ну что, аниматроники, вы где? Я вас не боюсь. Давай! Кто хочет меня убить? Кстати, от них реально легко убегать. Самое тяжело, когда из-за угла они резко убивают. Он, видите, еле идет, шорохит. Давай, иди за мной. Ого, у него глаза злые. Вы видели эти глаза? А что ты сюда побежал? Очень злой аниматроник. Так, давайте посмотрим, он за мной бежит или он просто идет? Ой, а я... Дэн, спасибо, что ты умер. За мной идет. Там сборище есть. Там много их, да, вообще ходит. А хочешь прикол? Я только что, короче, я убежал на спринт-трап, он меня не убил. Просто покуцал. Класс. Да, вот, кстати, спринт-трап, он реально ножичком просто чикает. Поэтому он самый лояльный аниматроник из всех. Эти просто сразу ваншотают. Смотрите, привязался за мной Фредди, не хочет отставать. Представляете, смотрите.
А нет, все, отстал. На другого игрока переключился. Нет, а это и тучка. Привет, привет. Ой, да ты че? Да я поставить просто решил, вы как раз там стояли. Я не хотел, чтобы он вас убивал. Ну ладно. Вот быстрый аниматроник. Вот я знаковое буду ставить. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кто там быстрый? Там очень быстрый. Блин. Гитара. Ха-ха, тот добил меня. Это как работает вообще? Ё-моё, чика. Ой. Бам. Расквасило мне голову. Ой. Да что вы говорили, что ли? Да что они все тут... Приколисты, что ли? Стадо там ходит. О! Вы знаете, что чика здесь бросила? Тут кекс ее ходит, да, прыгает. Нет. Нет, головой там бьет. Я выживу, смотрите. Я выживу 100%, она не идет за мной. Я слышу, как ржет. Нет, пожалуйста. А! Ну блин, беги, вот кого убивай. Балди там стоит, мочи его. Все, пацаны, мы тут мы выживем. Нет, он бежит. Блин, начинается уже прям очень сложный уровень. Но мы затащим. А я тут кексик находил. Сейчас я поставлю очень быстрого аниматроника. Так. Вот, ребята, это самый быстрый аниматроник со всего пака. Ну все. Сейчас будем наблюдать просто веселье. Ой. И угар. Все, больше ставить не буду. Нет, ладно, я пошутил, я буду еще ставить. Вот теперь я думаю, что даже нема смысла добавлять еще. Это будет страдание. Ну, на крайняк я успею просто спрыгнуть. Там Бонни прилечь решил. Да? Он отдыхает? Да, он отдыхает. Ё-моё, дёрнулся. Прикольно убивается. И сразу медленно начинает идти. А он, когда не видит цель, он не знает, куда идти. Сейчас он упадет вниз, я возрождусь. Да. Тут какой-то стадо бегает. Да? Смотрите. А все, видите, нашел цель и сразу резко побежал. Ну какой-то псих просто неадекватный. Да, пацаны, как я вижу, вы хорошо сливаетесь. Я нашел очень классную точку на карте, где можно долго тащить. Так я тут возле прямо в центре этого стада бегаю, ну точнее спавнится, они меня убивают. А вы заметили, что какой-то баб горит в моде, когда умираешь, возрождаешься на том же месте? Ах ты говно. Да. Ты что сделал? Вот что ты сделал? А, за это тебя убил Фредди! Вот, ребята, к чему приводит, когда вы хотите другого человека обмануть. Там за челиком все Фредки побежали, ой, все пять. Я вижу. Кстати, эти Фредди реально быстрые. Тут места уже нету. Есть. А, я слышу, бежит. Слышу, он прям приближается. Туда нельзя, ну, никак давай залезть. А зажми тучка! Я не специально. И теперь это живу. Вот, не за мной. Видите, не за мной. Это... блин, больно. Блин, Балди. И еще один. Так, давайте подождем, пока они уйдут. Все, резко бежим. Отлично. Блин, они сзади бегут. Я слышу. Ребята, это классное выживание. Надеюсь, вам понравится, как мы страдаем. И скелет умер, все умерли. И скелет, не возрождайся, пока жди. Кекс. Кекс вонючий побежал. Вот все, ребята, есть. Вот, вот здесь можно... Нет, это все-таки плохое место для выживания. А ты что тут встал? Ого, их тут зависло. Давайте вам поможем. Все, резко все побежали. Все, Балдио, тут мы выживем с тобой. Все, стоим. Блин, я убежался, наконец-то. Вы слышите? Ой. А вы видели, сколько там бегает? Ну-ка. Там стадо целое. Тогда там... О, мимо. Нет, не мимо. А, быстрее бегите, пацаны, быстрее бегите. Yes, спасибо, что ты Чику поймал. Спасибо, что ты Фредди поймал, ребята. Вот о чем я говорю. Классно, когда впереди бегут игроки. Они, получается, помогают тебе выжить. И эта толпа за мной бежит. Я слышу. Помогите. Спасите меня, они меня хотят убить. Все, и тучка. Я их за... Смотри, сколько их там бежит. Беги, тучка, беги. Нет. Фух, меня не убили. Ребята, это просто на соплях. Вот это интересное выживание. Кстати, эти аниматроники очень подходят для лабиринта. Так, где... О, вот он. А, я сейчас догоню Чику. Чика, беги в эту сторону, я в эту... Эй, блин, красноглазый Фредди. Беги, быстрее. Да нет, ты быстрее меня бежишь, я уже боюсь. Во. Ребята, вот то место, где я выживу. Блин, это ты, блин, вот, иди сюда, смотри. И тучка. Блин, это классно. Я еще здесь постою. Нет. Ай, блин. Мне кажется, такую рубрику можно постримить будет. Я прям на голову свалился этому челепиздрику, блин. А как я возражусь, если они тут ходят?
Ну вот именно так невозможно. А я жду, пока они уйдут. И резко, вот, все, отлично. Нет, беги, да что ты? Ну вот я чего говорю, стопорят меня люди. Ну не стопорите, пацаны, за что вы стоите? Нет. Ой-ой-ой, это очень опасно. Так, я понял, он бежит. Ай-яй! Короче, первому бежать вообще не актуалочка. Так, я не буду возрождаться. А. Убили еще одного, смотрите, крякнул. Аж дрожит камера, когда убивает. Поцелуй смерти. Все, резко бежим. Тихо, будем сзади бежать. Да блин, ты, это нереально возродиться просто. Ой, блин. Эй, блин. Да вы договоритесь, пацаны, кто меня убивает? Орет на меня. Да все, 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 я уже крякнул. Ой, а теперь крякнул. Так, возрождаемся и резко бежим. Я ж должен выжить, ну. Все, я первый не буду бежать. Нет, да беги! Есть, есть! Спасибо, что ты не застопорил меня. Так. Ай, ё-моё, блин, на каждом шагу встречается, представляете? И побежал сразу. Да блин, так отвали ты, ножичник. Ай! Надо бы не хопить. Беги, беги, зря ты стоишь. Ну и стой. Давайте посмотрим, как пингвину сольется. Нет, беги быстрее, 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 быстрее. Так, я очень боюсь. Ай, блин, поймали. Я поддаюсь. Нафига я не поддаюсь. Эй, да что ж такое? Кстати, ребята, это самый, наверное, сложный режим, который мы делали в этом лабиринте. Сложнее еще не было. О, видели, мимо пробежал? Значит, я выживу здесь. А как вы думаете, на этой карте вообще есть место такое, где они не смогут убивать? Может, я слышу, нету. Как они по всей карте тарахтят своими лапами металлическими. Но я живу. Мимо, мимо, отлично. А, может, нельзя шевелиться, тогда они тебя не видят? Видите, я сижу, меня не видят. Реально, что ли? Да, я на корточках сижу в уголку и не шевелюсь, они меня не видят. А где ты? Блин. Да я сейчас скажу, ты приведешь их сюда, не надо. Да, а я приведу. Нет, не надо. Все, сядь на корточки, сядь. Он сейчас попробует, подожди, вот, сейчас нет, подхожусь. Нет, нет, нет. Отлично, сработала моя тактика. Да как? Все, на корточке садись и сиди. Просто заплаканный Фредди стоит в текстурках, я не могу... Ха-ха, я живу, ребята. Вот, я нашел выигрышную комбинацию. Вот, все, сиди, не двигайся. Я пошутил. Ха-ха-ха, это не работает. Это была случайность все время. Блин, наконец-то немножко можно передохнуть. Согласитесь, они прям жестко атакуют. Где, где, где? Ты видишь? Я буду сейчас пытаться АР-2 шарами замочить. Ждем, по-любому они сюда придут, их же очень много. А, где-то 35-40 штук я поставил. Ого. Да. Слышите? Там стадо. Да. Кстати, нам солдатам везет. Мы прям какую-то такую точку на карте нашли, где их нету. Значит, мы победим. Так, приближаются. Я убил! АР-2 шары убивает их. Отлично, два раза надо попасть только. Мочи шары, а я шарами, мочи, мочи. Даже если я умру, не переживай. А, я сказал, не переживай и не пережил. Да я... Эй! Вот именно. Ну! Что творится? Я буду мстить за своих подписчиков. Пацаны, извините. Извините, не хотел вас так сильно убивать. Вы красную гранату бросили. Вы пси... Кстати, и красная граната не убивает. Аня убила. Убила, убила, да. Так, давайте, охота открыта. Мы же должны их всех убить по-любому. Где-то еще ходят, мы убили всего лишь половинку. Здесь нету? Нету. Здесь? Блин, да вы задрали своими шарами! Ай, блин, я прям к нему пришел, пацаны, он здесь. Мочи, мочи его. А, он застрял. Я буду злиться, я не могу возродиться, он меня сразу убивает. Он черновал. С оружия обычного мочи. Ай! А, задрали! Я валю. Неадекватные, как и я. Все туда ему. Убил. Спасибо, что ты. Молодцы, молодцы, пацаны. Только вы шарами своими всех мочите. Да ты хватит. Че, вы всех убили?
Хорошо, смотрим, у кого сколько смертей. У меня 30. Да ну не все же родители. Да ну что, я победитель. Видите, я хоть раз в жизни выиграл. Не надо было до записи туда друг друга мочить. Последнее место у нас занял Play Mark. Гейм, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Кирилл Геймер, Робби, Крошка-Крошка, Дэн, Санек, Данил Интифай, Фуфло. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! И омлетики! Ребята, мы скачали очень классную карту «Запутанная лестница». И будем убегать от аниматроников из фильма. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. А где он? Я его не вижу. А, он бежит! Сзади. Бежит! Быстрее, быстрее, быстрее! Максим, а ты где? Я за тобой иду. Я за вами наблюдаю тут. Я тоже хочу за вами наблюдать. Я был на следующем острове зеленым. Ребятушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд и Телеграм. Я его слышу. Я его тоже слышу. А я сразу Сереге сказал, что будет сложно. Он мне не поверил. Поэтому, Серега, страдай сегодня и мучайся. Но тут есть такая фишка, что любой может просто упасть вниз и сразу разбивается. Потому что, когда вы падаете в пустоту, у вас сразу ваншотится. Минус 100 хп. Так. Я буду вас искать. А я наверху на кубе. Меня можешь увидеть. Ой, кстати. Серега за нами идет. Дим. Я вижу. Он меня не убьет. Нет, он меня может убить. Беги, Кирилл, быстрее, беги! Сережа! А что именно за нами бегает? Есть же куча людей, которых можно убить. Да, например, Дима. Нет. Вот он, подо мной. А что, за мной бежит, что ли? Ну да. Крошка-крошка, стой на месте. Все, он, короче, решил побежать в другую часть карты. Ну и правильно делать, потому что там, мне кажется, легче будет пацанов убивать. Зря ты чуть не спрыгнул, 87 хп у тебя. Я не собирался прыгать. Вот он бежит, смотрите. Во, я вижу, там уже куча людей засуетилась. Максим бежит. Максим! Привет! Улыбнись! Тебя снимает скрытая камера. А, ой. Я вас специально отвлекал, что в это время Серега вас убил. Давай, Сережечка, мочи их всех, мочи! Он ко мне бежит. Давайте возьмем камеру в руки и будем наблюдать. Максим, он, кстати, может тебя убить, даже если под низу будет стоять. Я знаю. Смотрите. Ой, Дима. Давай! Так, как к Диме привести его? Да не надо ко мне его вести. А тут, кстати, очень есть легко выживать, да. На самом деле. Сейчас Серега, ты уже не один. Как я и сказал, что кто-то упадет вниз. А кто у нас умер? Пуфлика нашел. Данил Антифай, как ты предсказывал. Ребята, я перед записью просто предсказал, кто как будет умирать. Мои предсказания сбылись. Ё-моё. Сейчас будет намного проще, потому что два аниматроника, это все-таки можно делать окружение, засады делать красивые. Ну да, я уже веду к вам двоих. А их двое? Я случайно, я их не знал, то, что они бегут. Так я только одного вижу. А один уже к нам поднимается, и тут второй, наверное. Бегите, глупцы! Второй внизу. А. Вот они двое тут. Ну давай, Сережечка. Чё, давай, беги сюда, помогай мне их ловить. Да, если бы у вас было двое, уже кто-то или свалился бы вниз, или все-таки смогли бы поймать. Да, он приближается. Я бегу. Теперь надо как-то нам отсюда свалить, только как это сделать? Смотрите, анализируют ситуацию. Как же поступить, чтобы убить нас? Еще один пришел! Ничего, я сейчас встречу. Не-не-не-не-не-не-не. Надо валить отсюда быстрее. Кирюха, спасайся. А тут еще один аниматроник стоит на лестнице. Так, видите? Окружают. Давай, Диму. Да нет. Да ну вас нафиг, я лучше жизни потрачу. Я живым не дамся. Есть, ребята, я свалил от них. Отлично. Я спустился аккуратно. По голове аниматронику прыгнул, представляете? Стоять, Дима! Это было сильно, кстати. Ау, я упал. Все, ты умер? Нет, у меня 4 хп так снялось. А у меня 50 хп еще. Нет! Что там? Беги, Дима. А, блин, он сзади. Хит свалился. Иди блин, не-не-не-не-не-не-не, Сережа. Блин, я вас обманул. Красиво выживаем, ребята. Ну, зато я очень красивый. Ну, пацаны, ну отстаньте, пожалуйста, от меня. Ну, пожалуйста, отстаньте. Стой! Я... Блин, а как же мне... Подожди, ребята, давайте будем мыслить критически. Как же мне их обмануть? Эх, красиво! Это было мощно! У меня жизни очень мало! Очень! Ладно, давайте наверх пойдем. А чтобы... Почему бы и не пойти наверх? Блин, я так переживаю сильно. Потому что я хочу выиграть! Так, уже 3 аниматроника!
я упал. Так, пока они там расчехляются, потрачу жизнь, хоть бы я и не умер. Блин, нет! Да я думал, у меня жизни немножко останется еще. Так, хорошо, давайте перекличку. Кто живой? Я. О, ребята, ну все. Да на самом деле я поддался. Все, я вижу скелета, я бегу за скелетом. Все силы, пацаны, мы должны их всех убить. Что, убил Санька? Санька убил. Хорош, молодцы. А здесь стоит аниматроника АФК. Еще один. Пацаны, вы что падаете? Давайте выживать красиво. Это аниматроневский дождь. Аллилуйя. Так, ну что, я перекрываю ему проход. Давай, гоняй его, а я здесь буду. А где последний, Дим? А вот шкерица с тремя столбами выживает. Умри! Кто еще остался? А теперь меня ищите. Дэн остался живой. Так, пацаны, я догадываюсь, где Дэн. Он там вот в этом клубе. Я его нашел. Все, поймал. Поймал, я его убили? Ага, да, я его убил. Кирилл бежал. Отлично. Дэн, ты победитель этого раунда. Молодец. Ну, раз у нас Дэн победитель, Дэн будет и начинать следующий раунд. Пацаны, разбегайтесь, быстрей! Ну и все, красиво, выживаем. О, блин, чуть не упал. Вот так вот по глупости можно и свалиться вниз. Один пожар. Максим, ты чё гонишь? Максим рахитоид. Рахитоид! Дима, осторожно. А я вижу, блин, хорошо, что предупредил. Стой, Дима. Нет. Нет. Я убежал. Куда ты убежал? Далеко убежал, ты меня не найдешь никогда в жизни. Давай в самом низу встречаемся, если ты не ссышь. Так, можно немножко жизнями... Нет! Я случайно упал вниз! Да это глупость! Это случайно! Из-за Максима упал! Дима, понимаете? Я с тобой вместе упал. Да ладно, я поддался специально. Не, я поддал... Да не, какие шансы? Все. Я должен Серегу убить, понимаете? У меня теперь месть. Убить Серегу. А где Серега? Бегите все там Кирилл Геймер. Бегите все там? Хорошо, договорились. Все там бежим. Все там. Не тут, да? Там. Так, я думаю, что так. Серега где-то здесь выживает. Так, поднимаемся на самый верх. А никого нету здесь. А чем мы тут бегаем, если никого нету? Что за бред? А были, я помню. А Серега? Так, ну что, давайте тогда будем идти сюда. Вижу. Вижу жертву. Пора тебя прикончить. Так, пацаны, давайте я вас жду. Я перекрываю вход. А где? Ну там, где самый маленький участочек такой. Бегу. Я бегу, Дима. Тут есть скелетос бегает, мы должны его замочить, вон он. Убегает! А ё-моё, он перепрыг... Боже, какой хитрый жук, пап! Вы видели, как он красиво поступил? Хорошо, я его не отпущу. Ах ты жопа, он зато так долго не... Все, он сам себя запер в ловушке. Помните, где мы последнего убили? Ну, предпоследнего. Я его жду тут. А чё я умер опять? Да он как-то... умер. Как-то странно, я ему раз умираю, это как работает. Вы его убили, я вижу. Так, давайте перекличку. Кто живой? Я. О, Серега живой. Серега, я слышу твой запах скелето этого папайруса. Папайруса. Не. Это тебя не спасет. Я знаю. О, давайте, тут же есть помещение. Давайте здесь их поищем, потому что тут по-любому кто-то ныкается. Кто не ныкается? Кто-то уверен был, что здесь. Может, не, здесь? Я в сторонике сижу. Серега, ну где ты? Да. Я прячусь. А, ты ну, решил так, вот так, прячусь. Да? Хорошо. Да, я тут притаился. Серега, ты что, последний, что ли? Нет. Я, походу, еще да. Нет. А кто еще? Фуфля? Да. А может, нет, ты... Я еще. Вот мы с Фуфлей. И Дэн. И Дэн. Так Дэн же начинал искать. Как вот он может. А, точно. Блин, пацаны, мы должны объединить все усилия. Видите, что Серега делает? Просто зашкирился и не хочет выходить. Серега, я знаю, что ты где-то здесь, смотри, я прям приближаюсь к тебе. Не знаю почему, но мне кажется, ты где-то здесь. А, ты прошел только что меня. Неверимо, неверимо. Не-не-не, Серега. Это уже вон ты я какие-то... Вижу. Это только я так могу обмануть. Да не, Серега, ты меня не видишь, я бы тебя тоже бы как-то нашел бы и увидел. Я тебя вижу, а ты меня нет. Эй. Ты опять мимо меня прошел. Так, блин, я уже в другом месте карты, как я могу это делать? Ну, Серега, ну не обманывай людей. Так вот, я у тебя на голове сижу. Так, ну ладно, его здесь нету. Хорошо, давайте будем тогда в другую часть карты идти. А ё-моё, вонючий аниматроник падающий.
Так, давайте тогда размышлять по-другому. А может ли он там где-то? Нашел! Где он? Ропошник. Один был под лестницей. Я как и знал. А где тут же много лестниц? В самом внизу карты под лестницей. Ну не Серега ж там был, правильно? Нет, там был Кирилл Геймер. Так. Как же вы так хорошо бегали вокруг меня. Ой. А Серега у нас получается самый хитрый, да? Раз мы его найти не можем. Наверное. Сережа, выходи. Нет. Я тебе обещаю, мы тебя убивать не будем. А не, он здесь, пацаны, вы что, гоните? Нет, я понял, кажись, где он. Где? Он, наверное, за этим зданием. Вот он! Сережечка, есть! Стоять! А я прочувствовал, я говорю, что запах чувствую. Серега! Фух, блин, а? И что, ты последний, получается, или еще кто-то живой? Я фуфля. Фуфля? Серега, ты не выиграл. А хорошая была тактика у тебя. Просто забежать и крысятничать. Кстати, на удивление, я тут долго просидел, тебя даже никто не нашел. Это уже удивительно как-то. О, ура, нашли меня. Спасибо, Серега, убивай. Я убил его. А где он был? Так он там же, где и я прятался, в другой двери. Ладно, блин. Всем привет, дорогие друзья. С вами Бедимас, Кирилл Геймер, Форум, Гусанек, Робби, Санек, Дэн и Тачи, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, так как через несколько дней Новый год, мы решили взять классную зимнюю карту и будем убегать от аниматроников. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1. Кто первый умрет, тоже становится аниматроником. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будет 7 аниматроников и один выживший. И не забываем подписываться и ставить лайкосики. Серега, даю тебе подсказку. Нажми на R английскую. Я нажми знаю. R. Я пока в таком режиме. А, ну давай, Серега, помучайся. Я это было поймаю. Очень легко, смотри как. Ты не поймаешь, ты поймаешь, знаешь кого? Вот мне кажется, Балди первый попадется. А кто? Кирилл Геймер. Ну, Кирилл Геймер, ты что, специально взял, слился? Не, Серега, я тебе не Кирилл Геймер. Ха-ха-ха, я буду хорош. Вы чё, да все, пацаны, вы сливаете, зачем вы так делаете? Инка, иди сюда. Нет, я убегаю в дом, я в доме. В доме. Я слышу, как он своими металлическими ногами бьет по асфальту и ищет меня. Но не ты не сможешь, Серега, потому что я буду очень хорошо играть в этой серии. И, ребята, кто останется последним выживший, тот будет победителем этого ролика. Гусанек, ты выиграешь, как ты думаешь? Дим, давай я подсажу. Не, не надо, ты сейчас умрешь. Он, кстати, может через забор убить. Да не, нормально, все, стоим здесь. Все красиво, стоим. Дима, беги. А он меня не убьет, ты не переживай даже. Я очень хорошо играю. Серега не сможет меня убить никогда в жизни. Так, я сейчас переключаю режим. Ну, все равно, даже в таком режиме они меня не смогут убить. Потому что кто я? Правильно, лучший игрок Гаррис Мода. Ни один аниматроник меня не сможет поймать, потому что я буду обманывать его только так. Так, не мешайте, пацаны, пожалуйста, тут решается жизнь человеческая. Дима, ага, ты думал, я туда побегу? Опа, видишь, как бы хорошая попытка, но она не удалась тебе. Да, Гусанёк, ну ты чего? Да он повезло, он чисто. Ну не повезло, ты просто хорошо этот... Я буду последний выживший, ребята. Вот теперь я затащу. Так, сколько осталось в живых нас? Ага. Я, ты, трое нас. Трое, а, еще много людей живых. Не, четверо. А, четверо, 4-4. Так, ну что, на одного меньше стало. Все, поймал. Молодец, я в тебя верил, Серега. Еще двое осталось. Ты молодчик. Так, нас двое осталось. Я последний выживший? Нет, еще. А, я еще смотрю Дэн. Форум вроде бы. Я и так умер. Дэн. Пацаны, вы меня не поймаете, понимаете? Я очень хорошо играю, я профессионально тренировался тысячелетиями, чтобы затащить. И в этот раз я тоже и это сделаю. Ты последний. Все, я выиграл? Мы тебя сейчас убьем, мы тебя поймаем. Ребята, смотрите, как надо красиво выживать. Я профессионал, лучший игрок. Я знал, что это, я придумал этот режим, потому что я знал, что я выиграю, но все равно я выиграл. Да я подался, чтобы дольше этот не затягивать. Порвали меня на куски. Ну ничего. Теперь я буду убегать. 3, 2, 1. Я думаю, что сейчас первый сольется у нас, смотрите.
А что ты хочешь сказать в свое оправдание, Спанч Боб? Ты был хорошим человеком. Я и буду хорошим. Вот он тебя перехитрил, Дима. Не хочешь, да, сдаваться? Не. А вы тоже когда пацаны бегали немножко, как телепортировало назад? Подвалил. За Фокси? Да, было. Валди, я предсказал твое будущее, ты первый умрешь, просто это был мой раунд. Так, отлично. Я думаю, что кто-то в доме. Я был прав. Крякнул, хорошо, я тебе перед смертью. Так, ну что, нас уже трое. Смотри, как я быстро этот раунд начал, Серега. Чё, хотя ты тоже этот нормально лупашил. А, ну все, скелет, я твое... Ладно, давай Спанч Боба мочить. Я с этой стороны, ты с этой. Блин, я же сказал, ты... Хорошо, я понял. Он играет очень умный аниматроник. Вот смотри, зачем ты бегаешь здесь? Я тебя поймаю. Отлично, еще один крякнул. Так, смотри. Спанч Боб, как ты думаешь, сколько тебе минут осталось жить? За тобой гонится очень мощных два аниматроника. Три. Ничего страшного. Ну, давайте, Спанч Боба, все должны убить Спанч Боба. Почему Спанч Боба? А где он, подожди. А в Караганде. А за кем мы гонялись? Вот за он, шкаф. Вот он. Блин, я его видел за деревом, шкирился. Стоять, кому мы говорим, Серега! Ты не уйдешь. А вот теперь я буду принципиально Серегу убивать. Я так и знал. Так, я вижу его ноги вонючие. Так, я его тут жду. Сейчас он будет сюда бежать. Иди, гоняй его. Ну куда ты убежал? Вот, Серега, в доме. Еще чуть-чуть бы я бы его убил. Блин, сопельки, блин, Серега. Стоять, кого я говорю, ты должен... Ты арестован имени аниматроника, который должен тебя убить, и это буду я. Как же я хочу Серегу убить, он такой вкусный. А кто вкусный. Это на заборе там стоит, а? Не знаю. А, на заборе кто-то стоит? Санек. А его забор тоже можно убить. Неправда. У него радиус неправда. Большой. Это не я. Ну ничего страшного, Гусанек, ну проиграл-то и проиграл. Так, это уже аниматроник у нас. Ну ладно, хотя бы проверил, что можно убивать здесь. Так, где Серега? Я его не вижу. А я бегаю. Так, давайте перекличку. Кто живой? Я живой. И я. Ну вот! Ну! Блин-то! Ну как? Я тебя не убью. Ну это же были сопли, понимаете? Это был самый близкий момент, который мог быть у меня на планете. Есть. Ну как не умер? Давайте, все Серегу должны убить, чтобы Серега не выиграл. Все, и я Серегу на всякий случай тоже убиваю, потому что мне он не нравился. Так, кто живой? Так, Серега последний. Серега, ты победитель? Да. Ты молодчик. Молодец. Серега, давай теперь сделаем такой раунд, когда ты будешь один выживший, а мы все против тебя. Сколько ты продержишься, как ты думаешь? Давай. Три, два, один. Время пошло. Серега, ну смотри, как я тебя красиво убил. Я псих-убийца. Ну что, Гусанек, давай, готовься. Теперь твоя очередь выживать. Надеюсь, ты сможешь лучше, чем Серега, прожить 10 секунд. Я сдох, потому что я думал, все в дом забежали. Я выбежал. А вы, оказывается, на улице меня ждали. Три. Два, один. Гусанёк начинает выживать. А вот он побежал, ты смотри. Гусанёк, только ж нельзя использовать читерское оружие, как ты это обычно делаешь. Какое? А, монтировку Фримена, не? А это он в дом забежал или нет? Вот он! Блин, мне надо было нажать... А, всё. Я его споймал. Так, давайте, блин, думать, кто же дольше прожил, Гусанёк или Серега? Не знаю даже. Три. Два. Один. Полетели. Да подожди, стой! Да это некрасиво с твоей стороны, я три не успел сказать. Получается, это удар был заранее нанесен. Три, два, один. Раунд начался. Давайте, щенки. Я вас не боюсь. Давай, вы где? А ты где? Я вас всех убью. Моя цель продержаться дольше всех. Я заныкался. Где ты, Дима? Я бегаю по улице. Врешь? Я бегаю по улице! Тогда почему футболка сухая совсем не пахнет? Да ну не говори так, Серега!
Или ты в другой футболке бегал? Я бегаю в синей футболке. Тогда почему она коричневая и штаны коричневые? Ну почему вы все тут ходите? Уходите! Ну уходите, пожалуйста. Я вам ничего хорошего не сделаю, говорю. Тима в доме? Да, я в доме. Да, он моет. Я убийца всех, никто меня не убьет. А, ну все, щенки вонючие. Я вас не боюсь никого. Вот так вот тебе, ты понял? Красивая уже тут куча трупов, они его троллят. Не успел, а попытка была хорошая. Нет. Я не понимаю, кого убиваю, потому что у меня отображается просто никнейм аниматроника. Да не стопоритесь тут, ай! Красиво! Это был гусенек, потому что у него гусь видно. Ну, пацаны, я потихоньку выхожу на улицу. Блин! Убил, я убил! Боже, ты что надо быть придурком? Ну, блин! Да я поддался специально, потому что, ну, вижу, долго выживаю. Дима, ты увидел, как я тебя нашел, да? А че ты меня сразу не убил? Да я хотел посмотреть, найдут ли тебя другие, потому что было скучно просто так тебя убивать. Решающий раунд. Выясним, кто же лучший аниматроник. Кто останется последним выжившим, будет победителем. Поехали, пацаны, давайте. Покажите, на что вы способны. Он тебя хочет. Есть, я убил. Неужели меня тоже убили? Кто остался? Я пацаны двоих сразу убил. Я еще живой. Отлично. А в смысле, я ж Дим тебя убивал. Ну, не получилось, ведь понимаешь, ну такие, такая жизнь. Так, я троих убил, понимаете? А ведь никто Диму даже не крысит, не пытается. Я мочу просто как танк, иду всех, кого вижу. Вот стоит жертва аборта. Я не могу двигаться. Ну и все, пока. Ну давай, ну кто там, убей. Нет, пожалуйста, это... нет, не подходи. Я сейчас с тобой буду один на один, по-честному, давай. Кто со мной? Иди сюда, щенок. Один на один, без никого. А, решил ноги сделать. Давай с тобой, один на один. Да что-то он вообще. Чем так завис, Дима? А, вот. Все, я убил. Я убил. Не может быть, Серега. Да она не может быть, я. Я не смог. Блин, так красиво. А где ты был весь раунд? Чего я тебя не видел? Ныкался. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Итачи, Гусенек, Дэн, Крошка, Ол ТВ, Заварно Кофе. Всем привет. Всем привет. Тебе понравился ролик, когда мы убегали от спринт Бонни. И сегодня у нас очень классная карта. Это с мультика Gravity Falls. Если у тебя кушать, приятного аппетита. А мы начинаем выживать, веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. Ну, Соня, покажи, на что ты способен. О май гад. Вот он бежит, вот он. Так. Да и думаешь, что же мне делать? А он сюда не запрыгнет. Ну, только на лесенку. Никак. Что ты мне сделаешь? Махай крыльями тут. Эй, машину не бей новую, ты чё? Беги, Диппер, беги! У нас в аренду всё взято. Так, дальше будем тут стоять. Надо за ним следить, это очень опасный. Бля, знаешь, что гусенёк управляет? Будем мы чувствую минут 40 играть. Пока он кого-то поймает. Максим, не хочешь податься ему? Я не хочу, конечно. Он может в дороге выйти, аккуратно. По-моему, ли он сюда идет? Так, надо где-то он здесь. Что это за полтергейсты? Открывают везде двери, но никого нет. Это никто. Ой, это наш. Фух, я испугался. Так, мы все считаем в одном месте, а его нету. Эй, аниматроник, ты где? Иди сюда, щенок. Сейчас иду. Беги, Дима, беги. Я дверь закрыл. А где он? А, вон он. Давай, иди сюда. Опа. Это очень сложно попасть, потому что я профессиональный убегальщик. А ты какую машину потолкал? Так, я сейчас кое-что с машиной сделаю, чтобы не... О, там как раз таки яма, я ее сейчас туда вытолкаю. Так, идемте посмотрим, как гусенек будет скидывать машину в яму. Отлично сейчас будет. А, да, только тебе будет тяжело здесь пройти. Давай мы тебе поможем. О, я пошутил.
Я прибежал к вам. Гусенек, я тебе помогу. Эй, отдай. Ай, ударил, блин, я не ожидал, у него радиус большой. Это было случайно, теперь я буду очень внимательно играть. Бегите, пацаны. Давай, режь всех. Есть, есть, есть. Еще одного чекнул, ребята, так потихоньку. И начнет выносить нас всех. Ага. Максим, а ты где? Я снизу с вами. Вы же вы очкуете, он же не дамажит когда. Я хочу, чтобы ты Максима убил. Я не хочу, чтобы Максима убили. Ну убей Максима. Ой, бесился опять. Давай, псих, беги. Ну не злись. Чё ты злишься? Наверное, никого чикнуть не может. Есть. Еще одного чикнул? А, чё ты, наверное, нажимаешь? Ладно, я пойду в дом. Тут где-то кухня есть, буду на кухне тусоваться. Вот правильно. Дима, я к тебе побежал. Да? А, не, он нас забайтил. Он в доме, он в доме. Да я здесь вот тусуюсь. А где ухода? Вот этот псих! Он решил меня убить, но я ему не дамся живым. Это было близко, еще чуть-чуть по спине попал бы. Давай, Спринт Бонни. Еще никого не смог замочить. Ну ничего, до поры времени я вас убью все. До поры времени. У меня 10 хп, а он... Танечка, привет, как дела? О, я пошутил. Давай, Санечек, давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Вы меня задрали. А чё? Давай последний левел, сложности нам. Пытаюсь. Режь. Смотри. Нет. Отлично. Теперь их двое. Нет. Режь его полностью. Ой. О, еще один на него тролик пришел. Ну что, давай, иди сюда, щенок. Опа, не смог. Так, пацаны, побежали. О, я иду на второй этаж. А там тупик. Давай на второй этаж ко мне, Дим. А где ты? Я на втором этаже. И я на втором этаже. Ну вот он я. Я тебя не вижу. Ну давайте быстрее к нему бегите, он убейте его. Он поднимается. Так, ну что, один на один выходим. Давай, я готов, я готов. Беги, Дим, он чуть меня не убил. Он меня тоже чуть не убил. Вот дверь, спасибо, спасибо за дверь. Блин, их уже двое. Ребята, очень напряженный момент. Я не должен слиться, я должен тащить. Я закрыл специально все двери, чтобы ты не выиграл. Он своего поймал. Станчус. Это классно было. Пацаны, выручайте, идите ко мне сюда. Не. Есть, я вырвался. Так, теперь надо как-то на лестницу вырваться. Вон он бежит. Отлично. Вот это было очень мощно. Опа, он со мной. Так, теперь надо как-то здесь его обмануть. Опа, обманул. Я лучший игрок. Это точно человек на бота похож? Да ты дурак, что ли? Нет. Да ну нет, а кто меня убил? Ё-моё, я так дёрнулся. Иду рубить всех, кого вижу. Так, давайте думать. Если бы я был бы Максимом, я бы пошел жрать. Хорошая идея, так, я убегаю. Он бы поел бы, потом пошел бы, посидел на кресле, посмотрел мультик про гуся какого-то здесь, потом встал и пошел на второй этаж. А. Ты, наверное, Максим здесь бегает на улице, типа. Кружка Круша, ты чё тут сидишь? Ну, то ясно всё. Ой, кого-то ещё съели. Поймал! Блин, меня поймали. Ещё одного убили. Хорош. 4-4 игрок. Беги, Кружка Круша. Ай. Есть, ай. Чикнул. Чикнули. Как-то странно это работает. Да еще живой. Так, Максим, а ты где? Я на карте. А я вижу тебя, прощай. Обманщик. А это не ты в лесу бегаешь?
Я не разрешаю. Это ты, щенок? Где? А вот бежишь вдоль дома. А это мы. А, мы быстрее, так, как бы его подловить? Вот я думаю, как это сделать? Шанс только один, вот так бежать и махать. Не надо меня бить. Ах ты, блин, уклонился, жопа. Ну отстань. Ну пожалуйста. Ну отстань. Не убил? Анимация Нет. была, как будто замочил. Первый, кто в копче взял. На R нажми, у тебя будет свой режим. Кто Фокси вовсе. Идите сюда, пупсик. Вот жертва моя, я должен как-то его убить. Как мне это сделать? Mm-hmm. Не надо. Так, я не понимаю, чего вы за мной бегаете? Вон там. Так, давайте срежем. Людей. Одинаково подумали с Фокси и побежали в другую сторону. Ты жопа, блин, я же должен был тебя замочить. Вот эта толпа за ним бежит. Отстаньте от меня. Нет, мы должны тебя убить, поверь. Так будет лучше для всех. Ну, есть, чикнул! Чикнул! Я знал, что его подловлю. Ребята, у него вообще мало жизни. Совсем немножечко. 40 кп. Отлично, сейчас мы тебя еще раз чикнем. Это будет хорошо. Тебе понравится. Да, вкусненько, прикольно так. Кто еще жив остался? Я. Ай, зараза! Это я был! Ребята, вот так потихонечку и жизни выносятся. Сейчас я еще раз его подловлю и все. Давай. Смотри. Побежал профессионал. Так, пацаны, что-то нам сложно. Че, убили да, кого-то, да, из диперов? Я да. убил кого-то. Через текстурку. Молодец, красавчик. Так, еще один остался, и все? Да, Двое. А, еще ты? Да. Двое осталось. Хорошо, пацаны, давайте бегать вдоль карты и смотреть, потому что они могут... О, нету его. За деревьями сидеть. Кто это? А, все, ОЛТВ. Все, я остался. Один ОЛТВ, так ты лучший игрок в этой серии? ОЛТВ, ты будешь победителем, если ты продержишься сейчас 2 минуты. Или 3? 3. 3 минуты, все, время пошло. А скажи подсказку, где ты? Ты бегаешь хотя бы? Нет, я не бегаю. Ты запрятался, что ли? Он да. спрятался либо за деревьями, либо дома, ребят. Так может нечестно прятаться? Где? Где он? Где он? Скажите. Нашел. Говори. В ящике. В каком ящике? В доме? Если бы я не сказал, бы меня не нашли. Нет. Убили его уже сразу? Да. А, все уже? Убили? Я забрал его. Так легко это все произошло. Гусенек один выживший против 7 аниматроников. Дайте падайте, падайте. А вот теперь идет комбайн. Убийца. Комбайн? Один упал уже. Красиво, Гусенек обманул. Ну давайте, пацаны. Давайте, мочите его. Мы должны это сделать. Ну, Сунёк, ты нормальный? Ты давай сдавайся уже, наверное. Он опять байт нас будет. Давай, падай, падай. Оба-на, привет, я его поймал. Ну, на лайк, чисто. Да, убил! Так что, Гусенёк, 2 минуты ты не продержался. Да он тоже бы не продержался, и кто меня убил. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!